Всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня я вам покажу, каким образом, не собирая саму электронную часть, сделать себе отличный регулятор мощности на 220 вольт, которым можно регулировать яркость ламп, степень нагрева нагревательных приборов, там тены всякие, дисковые нагреватели, спирали, или регулировать обороты коллекторного двигателя. Но сразу скажу, это без поддержания мощности. Простой регулятор. Где можно взять такую плату? Берется она из любого нерабочего старого пылесоса, у которого был регулятор, на трубке. Просто вытаскиваем эту плату. Здесь стоял радиатор. Радиатор я убрал. Я вам скажу и объясню потом, почему и для чего. Вот. Но в данный момент нам надо подключить все. Для этого взял переменный резистор уже с ручкой. Вот разъем переменного резистора. Тут два контакта всего, а на резисторе три. Каким образом мы поступим, я вам сейчас все расскажу по порядку. И, конечно же, первым делом, прежде чем подключать резистор, мы спаиваем вместе среднюю и крайнюю ногу. Без разницы, какая крайняя нога будет, хоть та, хоть эта. Если вы, какая нога будет спаяна со средней, со средним выводом, от этого будет зависеть, в какую сторону будет уменьшаться мощность, в какую увеличиваться. То есть, в какую сторону будет регулировка происходить. По часовой стрелке, против часовой. Только на это повлияет. Поэтому сейчас соединяем, делаем перемычку и сразу подключим два провода. После чего будем припаиваться напрямую. Обратите внимание, ребят. Припаял напрямую, не через разъем. И питание подал тоже напрямую. То есть, у нас видно вот эта вот дорожка, она общая. Вот сюда припаиваем любой провод питания с розетки и любой провод нагрузки. А вот здесь уже надо быть внимательным. То есть питание подаем на тот контакт, где дорожка идет на первичную обмотку трансформатора, на питание трансформатора. А нагрузку уже подключаем на вторую дорожку, которая, кстати, что первая, что вторая, она соединяется с семистором. Все, мы подключили. И наблюдаем, что все у нас регулируется. Довольно плавно. Все работает. Далее, для чего я убрал радиатор? И что я вообще планирую делать дальше. Сейчас я уберу лишние провода и уже наглядно покажу и расскажу. Смотрите, я буду использовать вот такой вот корпус от старого нерабочего преобразователя напряжения повышающего с 12-7-220. Сразу уже под плату я высверлил отверстие. Нам, естественно, надо будет втулочки изолирующие, чтобы плата лежала не на железе, а была поднята над ним. И почему семистор я отсоединил от теплоотвода, точнее теплоотвод убрал, семистор я буду выпаивать и подключать, прям вот корпус, тут отверстие есть, к самому корпусу, он металлический, через термопасту, прокладок дополнительных не надо, потому что он весь пластмассовый, и потом просто проводами, так же, как он был подключен на плате, только гибкими выводами припаиваемся. На чем я сейчас и займусь. Выпаиваем старый семистор, точнее его выпаиваем родной, припаиваем гибкие провода, ну и делаем все необходимое. Буду по этапам показывать. Смотрите, что у нас получается. Семистор на радиаторе, отдельными проводами выведен, крышка уже закручена, регулятор я сзади сделал, где были клемки. В это отверстие заведу провод питания. Плату я прикрутил, как я говорил, должно быть расстояние, чтобы она не коснулась. Изоляцию дополнительную не стал ставить, потому что корпус очень жесткий, и если он деформируется до такой степени, что замкнет контакты, то в принципе это уже восстановление не подлежит в любом случае, изоляция не спасет. А так от ударов и прочего вполне убережет, потому что расстояние хорошее. Теперь нам надо одну из жилок проводов, который идет от переменного резистора, разрезать и подключить на переключатель. Я таким образом
буду делать. Потому что если отсекать по первичке питание, то при хорошей нагрузке выключатель будет греться. А нам этого не нужно. В общем, смотрите, ребят, что получилось. Нам осталось припаять через резистор к выходу выпрямителя кулер, вентилятор, чтобы он не на полную работал. И вот у меня лампочка, то есть выключателем разрываем цепь резистора, все потухло. Включаем. Вот лампочка включилась. Все регулируется. Сейчас я припаяю. Резистор возьму 3-4 Ома. Посмотрю на оборот. Если что, подберу и скажу вам номинал. После чего закрою крышку и прикручу боковую стенку. Что у нас получилось? Вот такое компактное устройство. С розеткой, с регулировкой. Закрываем теперь крышку. Кстати, резистор, кому интересно, 6 Ом. Ну, можете даже 10 Ом поставить. Лишнего не будет. Закрываем крышку. Укладываем провода. И сейчас пойду шурупы найду. После чего запустим и опробуем. В общем, вот такой приборчик получился. Любопытный. Провод взял от чайника старого. Кстати, вентилятор решил вообще отключить, потому что при испытании в 1,2 кВт корпус даже едва-едва не нагрелся. Это лампочка. Сейчас включим что-нибудь поинтереснее. Включим болгарку. Да, кстати, хейтеры, не бомбите пуканами. Этой болгаркой я не пользуюсь. Для примера. Такой полезный прибор. Его можно использовать для обкатки двигателей после ремонта электроинструмента, для регулировки оборотов болгарки, если нет встроенного, для нагревателей, тенов всяких, для регулировки освещения, но только лампы накаливания. В общем, где его применить, каждый решит сам. Но штука нужная и полезная, и самое главное, что получилось компактное. Вот так вот. Простой суперрегулятор мощности на 220 вольт своими руками. Кто-то скажет, можно AliExpress заказать и не париться в корпусе. Можно, но когда все под рукой есть и интересно что-то самому делать, можно и не заказывать. На этом все. Кому понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать кнопку колокольчик, чтобы не пропустить свежие ролики. Я с вами прощаюсь. Желаю вам успехов и, конечно же, скоро увидимся. Всем пока.